Всем привет! Это видео о том, как отключить BrandMauer Windows 10 или добавить какую-то программу в его исключение. Итак, как отключить BrandMauer? Способ первый. Делаем клик правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбираем из списка командная строка «Администратор». Вводим команду для отключения. Видим сообщение «Ок». Это означает, что BrandMauer Windows 10 был отключен. В данном случае полностью все профили BrandMauer выключаются. Чтобы его обратно включить, используем эту же команду, только в конце вместо off вводим on. BrandMauer Windows 10 был обратно включен. Примечание. Вы можете нажать на паузу, чтобы увидеть текст этих команд, или же посмотреть описание к этому видеоролику, там они тоже будут. Способ второй. Открываем поиск, вводим BrandMauer Windows и запускаем. Выбираем включение и отключение BrandMauer Windows. Примечание. Вы должны быть администратором на данном компьютере. Отмечаем отключить как для частной сети, так и для общественной и нажимаем ОК. Итак, если же вам необходимо не полностью отключить BrandMauer, а добавить какую-то программу в его исключение, то есть два способа, как это сделать. Рассмотрим их. Первый способ. Переходим на вкладку «Разрешение взаимодействия с приложением или компонентом в BrandMauer Windows». Здесь, если кнопка «Изменить параметры активно», то нажимаем на нее. Вы также должны быть администратором. После нажимаем «Разрешить другое приложение». Указываем путь к этому приложению. Если нужно, добавляем типы сетей. После применяем настройки. Готово. Приложение внесено в список. Второй способ. Переходим на вкладку «Дополнительные параметры». Выбираем «Правила для входящих подключений». Создаем правила для программы, разрешающие ей доступ к входящим подключениям. После делаем то же самое для исходящих подключений. Также мы можем создать правила для отдельных портов. Разрешить доступ к отдельным портам каких-то программ или игр и так далее. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео было полезным для вас.